بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые братья, не так давно мы с вами ждали месяц Рамадан. В этом году мы провели его в своих домах, дома вместе со своими семьями, вставали на сухур, вместе разговлялись, вместе проводили молитвы ат-тарауих. То есть в этом году он чуть-чуть отличался от прежних Рамаданов. Всегда говорим то, что мы должны ценить то, что Аллах Субханаху ва Тааля нам дал. Может быть, такого уже не повторится, такого Рамадана, который был в этом году. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы в следующих Рамаданах, инша Аллах, мы с вами проводили в домах Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И задается вопрос, когда наступает месяц Рамадана или когда мы его долго ждем. То есть мы так его долго ждем с вами, и потом встречаем, проводим. И когда проходит, Рамадан заходит и быстро пролетает. И когда наступают последние дни Рамадана, люди делятся на две категории. Одна категория людей – это та категория, которая говорит «Альхамдулилля», что осталось последние дни, сейчас он закончится, мы вернемся на то, на чем мы были до Рамадана, потому что есть такие люди, которые оставляют какие-то запретные действия в Рамадане, а потом думают, что только в Рамадане Аллах Субхану ва Тааля их видит, после Рамадана опять возвращаются на эти действия. Кто-то оставил, скажем, курение сигарет во время Рамадана, но этот месяц я претерплю, и остаются последние дни, сейчас он закончится, и опять вернусь на этот грех. Или какой-то другой грех. Другая же категория людей, это та категория людей, которые, когда последние дни наступает месяц Рамадан, их сердца переполняются трепетом, примет ли от них Аллах их действия или нету. И говорят в душе, «Я Раббана, ма абаднака хакка айбадатик». Он наш Господь, должным образом мы тебе не поклонялись. Прости нам наши упущения. «Ва ма кадарнака хакка кадрик». Должным образом мы тебя не восхваляли, не почитали. «Ва ма шакарнака хакка шукрик». И должным образом мы тебя не восхваляли. И задается вопрос, когда проходит месяц Рамадана, у всех, альхамдулилля, иман сильный во время Рамадана. Но проходит Рамадан, человека слабеет иман. И иман язиду ва янкус. Язиду биттаа ва янкусу бильмаасия. Иман, он как поднимается, так опускается. Поднимается через поклонение и опускается через грехи. Поэтому как же нам с вами вот этот дух Рамадана, вот это действие, которое мы были, делали в Рамадане, как же на протяжении всей жизни принести, инша Аллах, сегодняшней нашей короткой лекции, постараемся понять, постараемся услышать и действовать после этого, иншаллах. Во-первых, мы должны понимать то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля для своего раба каникул в поклонении не сделал. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля срок, когда человек оставляет делать благие дела, один срок у всех – это смерть. Каля Хасан Басри, рахмахуллах, инна Аллаха лам яджаль ли амали аль-муъмин аджалан дуна аль-маут. Хасан аль-Басри, рахмахуллах, сказал, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, срок для своего раба сделал один только, это смерть. Сумма таля кавл Аллах, после этого прочитал аяты Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, ва'абуд раббака хатта ятияка аль-якин. Поклоняйся Господу своему до тех пор, пока к тебе не придет смерть. В религии, в исламе, в поклонении нету отдыха. То есть человек, например, бывает, когда молится, и потом говорит, нужно отдохнуть. Наоборот, сахабы и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отдыхали во время поклонения. Как говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Арихна я Биляль, о Биляль, дай нам возможность отдохнуть». То есть скажи «Азан», чтобы мы прочитали молитву, во время молитвы отдыхали, наслаждались. «Ваджу'илят ли курра ти'айни фи ссалах», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «и сделал для меня курра ти'айн». То, что радует мое око, то, что радует мое сердце, мое тело. От чего я получаю наслаждение, это именно в молитве, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Кила ли имам Ахмед, рахмахуллах, я имам, матарраха. Имам Ахмед бин Хамбаля спросили, когда наступает раха, то есть когда наступает покой от поклонения, так скажем, когда наступает отдых, когда он? На что ответил имам Ахмед, рахмахуллах, инда ауля кадамин тадауха фил джанна. Когда
первый шаг сделаешь, войдешь в рай, тогда наступит отдых. Тогда наступит вечный отдых, сказал имам Ахмед, рахмахуллах. وقيل لبشر الحافي إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقال بئس القوم لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها البشر الحافي ему сказали, есть народы, которые поклоняются и проявляют усердие только в Рамадане. Что ты о них скажешь? На что он ответил, какой плохой народ. Они не знают Аллаха, познают Аллаха только в Рамадане. Поистине, салих, праведный человек, он поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля на протяжении всего года. Васуэля Шибли, рахмахуллах, айюхума афдаль, раджаб ау шаабан. Имам Шибли спросили, какой месяц лучше, раджаб или месяц шаабан? На что он ответил, «Кун раббаниян, валя такун шаабаниян». Будь привязан к Господу своему, не будь привязан к месяцу шаабану. То есть не связывай свое сердце с тем или иным месяцем, а связывай свое сердце с создателем этих месяцев. Аллаху Субхану ва Тааля, «Инна айдата шухури инда Аллахи тна ашара шахра». Аллаху принадлежит 12 месяцев. Тот, кто полюбил месяц Рамадан, он тот же самый, тот, кто полюбил месяц Шаваль, Зуль-Каада, Зуль-Хиджа и остальные месяцы. Поэтому верующий человек на протяжении всей своей жизни должен поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. И теперь, дабы понять, как вот это можно пронести на протяжении своей жизни. Во-первых, давайте вернемся иляль-асль, в основу, в Коран. Во-первых, мы должны понимать, человек будет жить соответственно Корану, Сунне, смилости Аллаху Субхану ва Тааля. В первую очередь, он должен понимать, якинан, убежденным быть, то, что ведет по прямому пути только один, Создатель Аллаха Субхану ва Тааля. И привязать свое сердце с Аллахом Субхану ва Тааля. И довольствоваться тем, что уготовлено для него от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и стремиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Наша основная с вами цель в этой жизни, уважаемые братья и сестры, какая та цель, чтобы получить довольствие Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы получить любовь Аллаха Субхану ва Тааля. Перед тем, как перейдем на эту тему, как же получить довольствие Аллаха, как получить любовь от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и как же самому любить Аллаха Субхану ва Тааля. Мы говорим, любим Аллаха Субхану ва Тааля, но любим мы ли искренне всем своим сердцем, подтверждаем ли мы это своими деяниями или нет. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в сурате Аль-Худжурат сказал, «Калат аль-а'рабу аманна, куль лам ту'мину, валакин кулу аслямна, валамма ядхули л-иману фи кулубикум». Сказали бедуины, «Мы уверовали». На что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, скажи, мы не уверовали, а аслямна, приняли ислам, стали покорными. А вот когда вера проникнет в ваши сердца, вот тогда можно сказать, что человек уверовал. Поэтому у верующих людей, мы сейчас не будем говорить про сердца неверующих, мунафиков, с точки зрения Корана, сердца верующих делятся на 5 категорий. Когда ты приходишь, например, на сегодняшний день много людей там обращается к разным психологам, дают, платят большие деньги и не поймут, не могут разобраться в своей душе. Что же у меня в душе происходит? Тревога какая-то с моим сердцем. А давайте вернемся к Создателю души. Что он нам говорит? К Создателю сердца. Что он нам говорит, Субхану ва Тааля? Во-первых, первое сердце, которое упомянуто в Коране, одно из сердец, это сердце нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Об этом сердце Аллах, субхану ва Тааля, отдельно говорит в Коране. Субхану ва Тааля обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, как «Я юхан наби, о пророк, я юхан расуль, о посланник». Всевышний Аллах, субхану ва Тааля, пояснил нам то, что он не спаслал Коран на сердце посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний сказал «Ва иннаху ля танзилу раббил аламин, назала бихи рруху л-амин». Поистине, Коран – это ниспослание от Господа миров. Эту миссию, дабы ниспослать вахьи, откровение для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах поручил, назала бихи рруху л-амин, ниспослал с этим Кораном рух л-амин, ангела Джабраиля, алейхи ва саллям. Третье, «Аля калбик, на твое сердце», сказал Всевышний Аллах, субхану ва Тааля. Аллах не сказал, «Аля акалик, на твой разум», не сказал, «Алейк тебе», а сказал «Аля кальбик, на твое сердце». «Литакуна миналь мунзирин», дабы ты был из числа увещевателей. «Билисанин арабий мубин», на четком, ясном арабском языке. Здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упомянул то, что Коран, он от Аллаха, то, что самого лучшего из ангелов выбрал Джабраиль, алейхиссалям, на самый лучший сердец, на сердце Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на самом прекрасном, четком арабском языке.
Аллах Субхану Тааля послал этот Коран. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аддабани Аллах фа ахсана та'диби». Аллах сам меня воспитал, и как прекрасно его воспитание по отношению ко мне. Теперь задает вопрос: Коран, если Аллах не спасал на сердце, задается, давайте каждый сам, я сам себе вопрос задам, каждый из нас: «Аль гайяра хаятана?» Коран изменил ли нашу жизнь в лучшую сторону? Сейчас был месяц Рамадан, месяц Коран. Шахр Рамадан, аллази унзила фихи Коран. Месяц Рамадан – это тот месяц, в который Аллах не спасал Коран. Мы с вами жили с Кораном. Изменил ли Коран? Или зашел через одно ухо и вышел через другое? Ведь Аллах не спасал на сердца. «Бель ху аятум байинат фи судури аллазина утульин». Это разъясняющее знамение в сердцах, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, обладатели знания. Второе, сердца – это остальных пророков, аль-анбия. Как, например, возьмем одного из пророков Ибрахима, алейхиссалям. Всевышний сказал: «Из джаа раббаху биқальбин салим». Он пришел к Аллаху здоровым сердцем. «Вакала бинафси». И так, когда обращался к Аллаху, говорил Ибрахим, алейхиссалям: «Ва ла тухзини яума юбаасун, яума ла янфау малум, ва ла банун, илля ман ата Аллаха биқальбин салим». «Ва ла тухзини», то есть не делай меня, чтобы из тех людей, которые будут печалиться в судный день. В тот день, когда не поможет ни имущество, ни дети. Единственное, что поможет, это то, кто придет к Аллаху Субхану ва Тааля с чистым, здоровым сердцем. Третье – это сердца сахабов, ридвану Аллаху алейхим. Ас-сахаба афдалу умма ба'да Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям. Самый лучший из аджиаль, самый лучший из поколения – это поколение сахабов, ридвану Аллаху алейхим, после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И сахабы, они были помощниками для самого лучшего пророка, для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, обращается к ним и говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а ва ла тафарраку». Держитесь вместе за ветвь Аллаха и не разделяйтесь. «Вазкуру ни'мат Аллахи алейкум». Вспомните о милости Аллаха, субхану ва тааля, по отношению к вам. «Из кунтум а'даан фа аллафа байна кулубикум фа асбахтум би ни'мати ихвана». Вы были, враждовали друг с другом, были врагами. Потом, когда приняли ислам, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, вы стали братьями. Аллах объединил ваши сердца. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля назвал нас братьями. Сахабы, ридвану Аллаху алейхим, до пророчества, до того, как Аллах Субхану ва Тааля послал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кабайлю л-араб. Арабы жили, делились на кабайль, на кланы. И всегда враждовали друг с другом. Постоянно у них были войны, кроме ашхуруль-хурм, кроме запретного месяца. Постоянно воевали, без войны не могли жить. Даже один из их поэтов сказал: «Ва ахьянан аля ахина, иллам наджид илля ахана». Иногда мы выходили против своего брата даже, если не находили другого кого-то помимо нашего брата. То есть постоянно они воевали. После этого они друг с другом враждовали. Одна кабиля против другой кабиля. После этого, как Аус валь Хазрадж, они приняли ислам, Аллах объединил их сердца, и они стали братьями. Если посмотреть, какие же были их сердца, сахабов, ридвану Аллаху алейхим, как они боялись. «Мэсалю ддин афдалю тамсиль». Они показали красоту религии, самым лучшим примером показали нам. Самый лучший карн, самый лучший из поколения сахабов. «Сумма ладзина ялунахум, сумма ладзина ялунахум». Потом те, кто после них табиин, потом те, кто после них таби табиин. Если одна женщина пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которая совершила прелюбодействие и сказала: «Тахирни, я Расулулла». Сама призналась, сказала: «Очисти меня, посланник Аллаха». Ее никто не заставлял. Сейчас иголка тебя уколоть, это больно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, когда ей закидывали камнями, она чувствовала это, но теперь ради Аллаха, субхану ва тааля. Такой был иман у сподвижников, ридвану Аллаху алейхим. После этого сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: «Валлази нафси бьядих, лакад тааба таубатан, лау кусимат аля ахли л-мадина лакафатхум». Клянусь Аллахом, эта женщина сделала такую таубу, такое покаяние. Если это одно покаяние ее только, разделить между всеми жителями Медины, для всех хватило бы это покаяние. Для всех было бы достаточно. Но Всевышний Аллах говорит: «Тилька умматун кад халят». Это та умма, которая прошла. Это мужчины были, женщины, мусульманки, женщинами были, такими, которые положено. Мы должны быть стараться похожи на них. Даже если мы не как они, как сказал поэт: «Ташаббаху бихим фа иллам такуну мислахум фа инна ташаббаха бил керами фарахун». Старайтесь быть похожи на них, если даже вы не как они. Поистине стараться быть похожими на благих людей, на таких праведных людей, это уже успех, это уже победа. Также сердца хавасль му'минин, отдельные категории верующих, это ахлюль-ин, вар-расихина фих, это обладатели знания, у которых есть знания касательно религии, ученые.
Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в сурате Аль-Имран: «Хуа ллази анзаля алейка аль-китаб, минху аяту мухкамат, хунна умму аль-китаб, ва ухару муташабихат». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Он тот, Всевышний Аллах, кто тебе не послал книгу. В этой книге, в Коране, есть аяту мухкамат, ясные аяты. Хунна умму аль-китаб. Это основа книги, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Ва ухару муташабихат. А другие аяты есть муташабихат, то есть неясные аяты. Какие-то мансух, стертые аяты другим аятам, которого хукм уже не действует. Или «Умастафар Аллаху би ильми, валям насилля маарифатихи фануумину бихи». Это то, что Аллах Субхану ва Тааля утаил только своим знанием, а нам не дано знать, что же скрывается в этих аятах. Аллах Субхану ва Тааля только знает. Теперь касательно этих аятов, муташабихат, неясных аятов, люди делятся на две категории. Первая категория, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фааммал ладина фи кулубихим зайг», касательно тех, в чьих сердцах зайг, болезнь, мунафикун, лицемеры, или асхабу л-афкар хабиса, это те люди, в которые собирают плохие мысли, всегда любят думать плохо, то есть там так собирают что-то о религии, что-то хотят исказить религию, потом пишут в газетах какие-то журналисты и так далее. Вот этих, касательно этих людей Всевышний говорит, которые не знают об исламе ничего, потом без знания говорят и плохо что-то описывают ислам, не знают ни Корана, ни Сунны, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, просто так наговаривают на религию Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Всевышний говорит: «Фаяттабиуна ма ташабаха минха». Они следуют за тем, за именно за неясными аятами. Оставляют ясные, следуют за неясными. Задается вопрос, для чего? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ибтига аль-фитна ва бтига ат-тауили». Дабы ради фитны, ради смуты и ради того, чтобы дать свое заключение по этому аяту, свой тафсир, как ему кажется, основываясь на разум. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Тауил, тафсир этих аятов никто не знает, кроме Аллаха, Субхану ва Тааля. А верующие, расихуны, именно обладатели знаний, что говорят? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Расихуны, فِي الْعِلْمِ, обладатели знаний, говорят: мы уверовали в это. Это все от нашего Господа. То есть мы, как Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом, мы верим в это. Свою трактовку не даем. После этого говорит: «Раббана ла тузигь кулубана баъда идз хадайтана». «О Аллах, не своди наши сердца с прямого пути после того, как ты нас наставил на прямой путь». И следующая, пятая категория верующих людей, сердца верующих людей – это «Аммата л-муминин», всех остальных верующих. У них есть пять качеств, хамса сифат. Первое – «Иза дзюкир Аллаху ваджилят кулубухум». Когда они поминают Аллаха, их сердца наполняются трепетом. «Аль-ваджиль» – есть понимание слова «хауф», страх. А есть «ваджиль», трепет – это более сильнее, чем страх, сильнее, чем хауф. И задается вопрос, например, когда брат говорит, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то неправильно, и тебе брат говорит ради Аллаха: «Иттакилля», бойся Аллаха, как мы себя ведем? Как мы должны себя вести в это время? Джазакаллах хайр за наставление, баракаллафик. Конечно, это не должно быть прилюдно, это должно быть, есть именно хикма фи дауа, есть мудрость во время призыва. Некоторые говорят: сам бойся, я боюсь. Где у тебя тут высокомерие проявляется у этого человека? Скажи: «Джазак Аллах хайр». Какое красивое наставление. Аллах барфик. Следующее. «Иза тулиет алейхим аятуху зададхум имана». Когда читаются им аяты коранического текста, их иман увеличивается, их иман поднимается. Субханаллах. Бывает, человек не понимает арабский язык, но читается Коран, он плачет. Это «эфер аль-иман фи кальби», именно след имана в его сердце. «Ва'ля раббихим ятаваккалун». Следующий их сифа, их определение, их описание: они полностью полагаются на своего Господа. Полагаются на Аллаха, Субхану ва Тааля. «Аллазина юкимуна ссаля», которые выставят молитвы. «Вамимма разакнахум юнфикун». И расходуют из того, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, им дал из ризка, который Аллах их наделил. Дают закат, дают садака. «Улайка хумуль му'минуна хакка». Всевышний говорит, Субхану ва Тааля, эти люди, они истинно верующие, говорит Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. Поэтому, чтобы получить именно вот этот иман на протяжении всего года, чтобы дальше продолжать деяния, мы должны понимать то, что мы хотим с вами заслужить довольство Аллаха, мы хотим с вами заслужить любовь Аллаха, Субхану ва Тааля.
Поэтому как же мы должны, как мы должны любить Аллаха? Первое, должны что, как получить любовь Аллаха Субхану ва Тааля, еще больше любить? Ан-натаарраф аля сифатиллах. Это познакомиться с Аллахом как ближе через его сифаты, через его имена, через его качества, через его атрибуты. Читая Коран, например, последний аят из сурат Аль-Хашр. «Ху Аллаху лази ла илаха илляху алимул гайб». То есть там Аллах Субхану описывает о себе. Как говорят ученые, «Аль-Коран аля-дарбейн факуллаху азим». Коран делится на две части, и весь Коран он великий. Одна часть Корана – «Хадиту Аллах ан гайри», где Аллах Субхану ва Тааля говорит о ком-то помимо себя. А вторая часть – это более величие, где Всевышний Аллах – «Хадиту Аллах ан илля». Это когда Аллах сам о себе рассказывает, какой он великий. Какой он великий, Субхану ва Тааля. Сурат Аль-Ихлас, когда читаем «Куль ху Аллаху ахад», размышляем, аят Аль-Курси, это все аяты, когда мы, где Аллах Субхану ва Тааля говорит о своем величии, о себе, о своих качествах. Также возвеличивать Аллаха перед тем, как мы начнем молиться. То есть минут за 10, за 15 до азана, чтобы человек уже готовился к молитве. Как Зейну Аль-Абидин, Али ибн Хусейн, «Кан ясфарру ваджху кабля саля». Перед тем, как наступала молитва, его лицо желтело от страха перед Аллахом, от трепетом перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Аиша радиаллаху анха сказала, когда был азан, тагайяра ваджху ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Лицо посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям менялось. То есть он, если среди своей семьи находился, с ними шутил, играл, общался, как только слышал азан, сразу менялось, серьезный становился саллаллаху алейхи ва саллям, каннаху ля яарифуна ва ля наариф. Как будто он нас не знает, и мы его не знаем. Как будто он чужой для нас. Как бы он говорит, сейчас, Аиша, не для тебя время. Сейчас время для Аллаха, Субхану ва Тааля. Также, хубб афалиллах, чтобы полюбить Аллаха, мы должны любить деяния, действия Аллаха, такие как кадау валь-кадр, предопределение. То, что Аллах, Субхану ва Тааля, предопределил кому-то умереть в такое-то время, близкому, родственнику, кому-то Аллах, Субхану ва Тааля, предопределил той или иной болезнью заболеть. Мы должны любить это. Не просто там говорить, мы проявляем терпение. Нет, любить выбор Аллаха, Субхану ва Тааля. Ас-сабр вар-рида. Довольствоваться выбором Аллаха. Даже если умер самый близкий человек, мы довольны, потому что это выбор Аллаха, Субхану ва Тааля. Ар-рида ахамму мин ас-сабр. Рида, довольствие, это более величие, чем сабр, чем проявление терпения. Также хубб ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Любить пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Знаете почему? В первую очередь. Потому что Аллах его любит. Потому что Аллах Субхану ва Тааля его любит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и дал, обещал ему великую степень в раю, аль-манзиля рафи'а филь-джанна. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттаби'уни юхбибкум Аллах». То есть любовь к посланнику Аллаха через следование сунне, саллаллаху алейхи ва саллям. Не просто кричать, я люблю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а сам человек делает бид'а, делает ношество, то, что противоречит сунне. Именно следовать. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. За пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда и Аллах вас полюбит. Хубб ма ахабба Аллах мин каулин ау фи'лин ау маканин ау заман. Вот это как правило шариата, аль-каида. Любить то, что слово Аллаха, действие Аллаха, местность, которую любит Аллах, и время, которое любит Аллах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда вышел из Мекки, мухаджиран иля аль-Мадина, переселялся в Медину, повернулся в сторону Мекки и сказал, «Валлахи, иннаки ла ахаббу биладин иля Аллах». Клянусь Аллахом, ты самая любимая местность для Аллаха, самый любимый город, ты и Мекка. Хатаба, то есть своим сердцем, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался к Мекке. То есть он любил ее, почему? В первую очередь, потому что Аллах любит Мекку. Арафа, когда мы едем с вами на хадж, на Арафа, Муздалифа, Мина. Мы эти местности любим не просто то, что там награду мы с вами получаем, хаджа. В первую очередь еще величие нужно, выше цель смотреть. То, что Аллах любит эти места. Поэтому мы любим эти места. Заман, например, время, как месяц Рамадан, как Ашра Зуль-Хиджа, когда наступит первые 10 дней Зуль-Хиджа, Яум Арафа. Мы любим, потому что Аллах любит эти дни. Также Аллах любит ат-таввабин, аль-мутатахирин, аль-мухсинин. Всевышний Аллах любит кающих, Аллах любит чистых людей, Аллах Субхану ва Тааля любит мухсинин, тех, кто проявляет добро. Аллах их любит, мы тоже должны таких людей любить. И стараться быть из числа их. Праведный раб. Знаем, что Аллах любит праведных, любить праведных так, как Аллах Субхану ва Тааля их любит. Перед тем, как мы делаем для них какой-то шаг своим делом, мы должны их любить своими сердцами. Теперь пути, чтобы заслужить, достичь этой цели. Первое, что нужно сделать? Зикру Аллаха Азза ва Джалля. Много поминать Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь задается вопрос, зикру Аллах, поминание Аллаха, это васила или аль-хубб, ау аль-мақсад, это суть любви Аллаха Субхану ва Тааля, или путь к любви Аллаха Субхану ва Тааля.
И то, и другое. Аллах Субхану Та'аля любит тех, кто его поминает много, делает азкар. И также это тебя приводит к любви к Аллаху Субхану Та'аля. Как мы поминаем Аллаха? Через чтение Корана, через тасбиха, через истихтар, через тауба, через такбир, через такбират. Когда много произносим, так мы, альхамдуль, поминаем. Есть адат, любить количество, которое указано в сунне. Сколько раз повторять это? Аляукат, времена для азкар, любить эти времена. Потом после этого хусуля ладда, чтобы получить сладость этого зикра, прочувствовать в сердце, мы должны итавада кальба амам Аллаха Азза ва Джалля, чтобы проявлять скромность перед Аллахом Субхану ва Тааля. Быть скромным, чтобы сердце было скромное. Когда у человека есть высокомерие, он не прочувствует эту любовь, сладость веры. Прочувствует, когда он скромно себя ведет. Также дуа, просить у Аллаха Субхану ва Тааля дуа. Дуа это что? Это мунаджа. Это зов к Аллаху Субхану ва Тааля. Взывать ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Как будто мы стучимся в дверь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Просим за себя, за близких, за родственников. Просим, чтобы Аллах Субхану ва Тааля уберег нас от тех или иных болезней. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы даровал нам долгую жизнь, чтобы Аллах дал здоровье нам, детям, родителям. Самое великое, что мы можем попросить Аллаха Субхану ва Тааля, ас-сабата аля ад-дин, дабы быть стойкими на религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Иногда и как нужно делать дуа? Есть адаб дуа. Гилк, адаб во время дуа. Не так просто поднял руки и говорит: «О Аллах, инна асалюка, 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 саллаху аля набин Мухаммад». «О Аллах, я тебя прошу, прошу, прошу», потом «Аллаху Акбар». Нет. В первую очередь, перед тем, как нужно просить, нужно восхвалить Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах любит, когда его восхваляют его рабы. Поэтому в судный день великое событие. И каждый пророк будет заступаться только за самого себя. Кроме пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ана лаха», я буду заступаться. Спросили, как? «Фаазхаб, фаанталик, фаазжид тахта арши, фаахмаду рабби бимахамиди алламаниха». То есть я пойду, сделаю земной поклон под аршем Аллаха, субхану ва тааля. Буду восхвалять его теми восхвалениями, которыми он меня обучил. То есть восхвалять Аллаха, субхану ва тааля. «Аъзам ва асъаб мавкиф», тяжелое положение, судный день. Каждый сам за себя. Мама не будет заступничать за своего ребенка грудного. Каждый откажется. Муж от жены уйдет, жена от мужа. Дети от родителей, родители от детей. Мы не сможем. Каждый нафси, нафси. Я, только я. Каждый пророк сам за себя. Тяжелое положение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я знаю, как попросить Аллаха. Я сделаю земной поклон под его троном. Буду восхвалять его теми восхвалениями, которыми меня обучил». И какой же будет нотижа, результат? «Я Мухаммад, арфа расак». «Мухаммад, подними голову, проси, я тебе дам, будь заступником, и ты будешь им». Поэтому, братья, это мифтах, это ключ к дуа. Это ключ к дуа перед тем, как мы просим что-то у Аллаха Субхану ва Тааля, мы должны его восхвалять. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тем самым показал: «Кабля ан юсми Аллах каляма», перед тем, как он Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля обратился и попросил, он сделал так, что Аллах Субхану ва Тааля слушал его восхваление. То есть в первую очередь нужно любить то, что любит Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому сахаба ридуан Аллаху алейхим говорили, то, что мы, когда просили у Аллаха дуа, долго перед тем, как просили, восхваляли. Аллаху Рабби анта нуру самавати валь арди ва ман фихинна лака альхамду куллу ва биядика аль-амру куллу ва илайка йурджаа аль-амру куллу. И саляфу салих говорили, восхваление Аллаха было любимее для наших сердец, чем просьба от Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому дай Аллах Субхану ва Тааля, если вот этим будем следовать, иншаллах, помилуйся Всевышний Аллаху Субхану ва Тааля, мы сможем вот этот дух Рамадана, дух поклонения принести через всю свою жизнь, иншаллах, до тех пор, пока мы не встретимся с Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому, когда мы молимся, когда мы читаем намаз, мы должны в сяжде говорить, проявить перед Аллахом покорность, обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля и сказать: «Я Раббана, я Рабби, инну хаббук», о мой Господь, я люблю тебя, «маля кальби махаббатан лак», заполни мое сердце любовью по отношению к тебе, «икбалан алейк», усердию по отношению к тебе, «хаяан минк», заполни мое сердце стеснением тебя. И тогда заполните сердца хашиятан мин Аллах, заполните сердца богобоязненностью перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И поэтому каждый ариф би мигдари хашиятих, «ва куллю ман аса Аллах, фа хуа джахиль би мигдари маасиятих»,
насколько человек боится Аллаха, настолько он знает Аллаха, субхана ва та'аля. И насколько человек грешит, настолько он и отдаляется от Всевышнего Аллаха, субхана ва та'аля. И основные знания, уважаемые братья, это немного читать, немного писать, немного заучивать. Основное знание – это не только через писание, чтение и заучивание. Основное, самое лучшее знание – «ма разаккака аль-хашья» – это то, что тебе дает богобоязненность. «Аль-ильму нур» – знание – это свет. «Якзиф Аллаху фи кальбихи ма яша» – Аллах, субхану ва та'аля, вселяет в сердце, кого пожелает. Поэтому, если человек отдаляется, грешит, то тогда и знания он не сможет получить. Как имам Шафи, рахмаллах, пожаловался своему устаду, своему учителю, Вакия, когда сказал: «Шакаут иля Вакия ассу, хифзи фа усани би тарки ль-маасы, фа кала анна ль-ильму нур, ва нур Аллахи ла ю'та лил-аасы». То есть после, когда у него память стала слабже, на что он пожаловался своему учителю и сказал: «Почему моя память стала слабже?» На что он ему ответил: «Поистине знание – это нур, это свет. Свет Аллаха. И свет свой Аллах не дает грешнику, только дает тому, кто боится Аллаха, субхану ва та'аля». Поэтому дай Аллах, субхану ва та'аля, быть нам из тех, которые боятся Аллаха, субхану ва та'аля, тех, кто стремятся к довольствию Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля, заслужить нам любовь Аллаха, субхану ва та'аля, и любить искренне всем своим сердцем, и подтверждая эту любовь своими деяниями, иншаллах, по отношению ко Всевышнему, субхану ва та'аля, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.